Спеша неумолимо время мчится, сурова и безжалостна судьба. До наших дней дошла святая притча, прошедшая сквозь долгие века. Давным-давно гласит нам то предание, когда еще сон джинов не исчез. Царь Соломон огромным царством правил, пророком был он посланным с небес. И наделенный свыше грозной властью, людские споры мог он разрешать. Правдивое и мудрое решение скрепляло Соломонова печать. И вот по справедливости однажды, когда на троне суд земной вершил, в людском обличии к пророку явился ангел смерти Азраил. Явился он весь в белом одеянии, и ангельский был бесподобен лик. Пришел он от Всевышнего с посланием, и во дворце люд намертво затих. С почтением приветствовав пророка, благословив речь, начал Азраил. И, излагая весть вдруг ненароком, он на купце свой взгляд остановил. И с изумлением посмотрев сурово, он пристально в глаза взглянул купцу. И не промолвил он ему ни слова, и дрожь прошлась по бледному лицу. И покачнул головою с удивлением, принесшую с собой, окончив речь. С пророком распростившись, удалился, и к Соломону бросился купец. О, мудрый Соломон, тебя молю я, исполненное предчувствием конца. Проклятие на мне, ведь ангел смерти не зря же посмотрел в мои глаза. Богат я очень и к тому же молод, не хочется так рано умереть. Прошу, перенеси меня отсюда, туда, где не настигнет меня смерть. Твое желание я смогу исполнить, сказал ему не торопясь пророк. Всевышнему взывая, попрошу я, чтоб ветром ты унесся на восток. Сквозь облака седые через горы, пускай же унесут тебя ветра. Коль скрыться хочешь ты от смертной доли, страна, куда прибудешь, далека. И произнес молитву Соломон, и вдруг свирепый смерч вокруг поднялся, и по дворцу пронесся вихрем он, и, растворившись в тьме, купец умчался. Прошло два дня, и с праведным велением к пророку вновь явился Азраил. И, выслушав послание с нетерпением, премудрый Соломон его спросил: «Твое деяние для меня священно, расспрашивать хоть мне и не к лицу. Скажи мне, ангел, почему сурово в глаза ты посмотрел тому купцу? Я ангел смерти, я судьбы конец, а по воле Бога по исходу дней. Как только же смолкает стук сердец, я души забираю у людей. Когда же направлялся я с посланием от Господа Всевышнего к тебе, я получил святое предписание, что жизнью станет меньше на земле. Еще для одного настал черед, я получил от Господа приказ, где смерть наступит, имя человека, чтобы умертвил его я через час. И удивлению не было предела, когда того, кого скончался срок. Не на востоке, а в ложе трона, на западе увидел я пророк. И, повинуясь Божьему велению, я через час исполнил свой приказ. Его я встретил там, в стране далекой, навек светильник мне его угас.
спеша неумолимо. Время мчится сурово и безжалостно судьба. До наших дней дошла святая притча, прошедшая сквозь долгие года. Истина у притчи такова: коль срок исписан, то спасения нету, не деться нам от смерти никуда. Кто от нее бежит, бежит навстречу. Истина у притчи такова: коль срок исписан, то спасения нету, не деться нам от смерти никуда. Кто от нее бежит, бежит навстречу. Исполнение всех благих ты еси, Христе мой, исполни радости и веселья душу мою, и спаси мя, яко един много милости. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аще и согрешив, Христе, спаси мой пред Тобою, и ногу Бога разве Тебе не вем? Дерзаю же на Твое благоутробие, обращающегося, прими мя благоутробне, Отче и Сыне единородне и Душе Святый, яко блудного Сына, и спаси мя. И ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Иного прибежища и теплого представительства разве Тебе не вем? Яко дерзновение имущико и же из Тебе рожденному Владычице, помози и спаси мя, раба Твоего. Почему не спишь? Я за нас двоих небеса молю, потому не сплю. Почему молчишь? Молчание золото, я за все плачу и потому молчу. Подруги змеями шипели, наиграется и бросит. Но яд не действовал, расчесывая волосы, мечтала, с улыбкой ныряя глубже, чем зеркало. Белое платье сияло так, что солнце меркло. Голубь хлопал крыльями под куполом старого храма. И только смерть разлучит нас, плакала мама. Тополя, пух, пыль, лето, два билета на самолет туда, где можно быть счастливыми, как дети. Желтое солнце, волны играют с песком, как Адам и Ева без одежды, босиком. Не думать, где и как жить, забыть про суету, про шесть месяцев в году, покрытую снегом страну. Как части пазла двое стали одним целым. И это не просто метафора постельных сцен. Одно сердце на двоих, одна мечта, лишь бы в этом плавании выдержала мачта. Почему не спишь? Я за нас двоих небеса молю, потому не сплю. Почему молчишь? Молчание золото, я за все плачу и потому молчу. Это навсегда. Видишь вдалеке излучение.
освещает свет в темноте звезда. Мы с тобой вдвоем будем видеть свет миллионы лет, а звезда уже может быть мертва. Она его ждала, оператор сотовой связи. На их звонках обогатился, наверное, сразу. После дембеля взяли квартиру в ипотеку. Ведь их семья стала больше на человека. Маленькое чудо дарит беспокойные ночи. Работал за двоих, а колыбельную по очереди. Нервы натянуты, как струны на гитаре Семёныча. Было трудно друг на друга сгоряча не сорваться псом с цепи, скаля клыки рыча. Ведь когда слегка штормит, якорь не рубит с плеча. Вечером на улице какие-то типы знакомились навязчиво, тащили в автомобиль. Он выбежал из дома с гаечным ключом и в тапочках. Она опять ждала свиданки, передачки. И вопреки всем бурям жили долго, были вместе. Так не бывает в жизни, пусть будет хотя бы в песне. Почему не спишь? Чуть не спишь? Я за нас двоих небеса молю, потому не сплю. Почему молчишь? Молчание золото, я за все плачу и потому молчу. Это навсегда. Вдалеке излучает свет в темноте звезда.